Всем привет! С вами снова Елена и канал «Женские секреты». Случилась такая неприятность. Сын пришел с горки, и на куртке вот здесь вот эта вот штучка отломилась. Ну и, в общем, замок расходится. Все бы вроде бы ничего, но куртка зимняя, и, соответственно, она в единственном экземпляре. Сегодня воскресенье вечер, а утром ребенку нужно идти в школу. Ну, понятно, что надо что-то делать. И делать быстро и срочно. Начали быстренько смотреть в интернете всякие разные интересные вещи. Нашли такой способ, что пистолет клеящий берется, значит, соломинка, и вот это все наклеивается дело, и все готово. У дочки случайно оказался такой пистолет. Мы нашли подходящий черный пластик, клеила. Ну, в общем, получилась вот такая вот беда. Ну, держаться оно не держится. Этот соломинка от клея отваливается. То есть замок менять однозначно придется. Там ролик буквально 5-минутный, все так красиво, но оно не держится. Даже если будет держаться, то это на один раз застегнуть. Ребенок дойдет до школы, а потом придет с расстегнутой курткой. На улице мороз. Решили действовать по-другому. Конечно, замок придется менять. У меня совершенно случайно нашелся дома замок. Именно такой, какой нужно. И по длине, и по размеру. Но плюс ко всему, он абсолютно такой же, как и здесь. То есть, если замок другой, то придется менять обе половинки. Здесь же я попробовала, и получилось, что он прям идеально подходит. Ну, то есть замок стандартный. Если вот эту половинку попробовать и примерить сюда, все совершенно спокойно подходит и хорошо застегивается. То есть обе половинки менять не нужно. Поэтому менять я буду только одну сторону. Тут черный замок, тут черный замок. Он прекрасно подходит друг к другу. Если такого подходящего замка нет, то придется менять обе половинки. Но для того, чтобы поменять замок вот так, как положено, это надо все выпороть. То есть разобрать половину куртки. Мы же будем делать так, чтобы было быстро и безболезненно. Беру нужную половинку замка, начинаем снизу для того, чтобы было, ну, как выровнять. И вот эту вот штучку надо, вот этот запас нужно так отогнуть, чтобы он не попал под лапку машинки. И вот так иголочками приколола прямо поверх старого замка. То есть вот это изнаночная сторона изделия, а вот это лицевая. Надо пристрочить так, чтобы потом, когда развернем, получилось, чтобы замок был на месте. Конечно, машинка здесь понадобится, и лучше всего здесь все-таки пользоваться лапкой для пришивания именно замков. Но саму куртку вспарывать мне не придется. Достаю свою старенькую Зингер, которая мне уже 10 лет служит. Вот сейчас у всех машинок есть вот такие лапки. Может быть, не обращали внимания, это как раз для пришивания замков. Меняем лапку. Стандартная выглядит вот так вот. Меняется она очень легко. Ну, это зависит от того, какая у вас машинка, но, в принципе, у них у всех прищелкнули, и все на место прикручиваем. То есть это буквально несколько секунд. Соответственно, нитки ставим по цвету, те, которые нужны. Теперь нам нужно пристрочить вот замок так, чтобы вот этот кант не задеть. Но на некоторых куртках есть кант, на некоторых нет. Здесь неудобно и очень близко пришить замок. Поэтому строчить мы будем
по изнаночной стороне, где вот начало прикололи иголочками. Но в то же время надо следить, чтобы вот этот кантик не попал под иголку. Теперь нам нужно спрятать вот этот краешек. Мы его загибаем вовнутрь, чтобы замок с замком сходился. Так, вниз загибаем и немножко в сторону, для того, чтобы махрушки... Получается, замок, который новый, лежит вот так, а это старый. Теперь нужно проверить, нет ли у нас здесь каких-то недочетов, чтобы замок застегивался, прежде чем делать окончательную застрочку. Получается, это зубки старого замка, а это зубки нового замка. Проверяем. Здесь очень близко, значит, надо переделать. Вот. Так, хорошо. Просто замок вывернут. Все застегивается. Раз застегивается, значит, мы все пришили правильно. Теперь можно делать строчку. Вот замок мы пристрочили, и получается новый замок вот так, как бы он уже на месте. А старый еще здесь. Но нам надо отвернуть и сделать отстрочку. Но старый замок, он очень грубый, и он мешает. Теперь берем острые ножницы. Новый замок оставили. А вот этот старый, который у нас был, вдоль самого-самого краешка, срезаем зубчики, чтобы они нам не мешали. Главное не прихватить лишнюю ткань. Только зубчики. Вот так вот все зубчики обрезали. Это от старого замка. А от нового у нас остались на месте. Зато нам теперь ничто не мешает. Мы можем спокойно уже пристрочить замок, как положено. То есть вот так взять и сделать отстрочку. Вот наш замочек, он уже теперь на месте, никуда он не денется. Для того, чтобы закрепить результаты, чтобы махры не вылазили, делаем вторую строчку уже по обстрочке куртки, как это было задумано изначально. То есть вот, на пару миллиметров.
получается замок у нас на две строчки. Все махры спрятаны. Никуда он уже не денется. Предыдущий замок как бы не мешает. Осталось только убрать лишние нитки, если где-то распарывали или где-то там строчка не попала, чтобы они не застряли в замке и не было заедания. Так, ну все, проверяем. Замочек наш готов. Если есть необходимость, если замки разные, то можно. Вот он сейчас немножко волнистый, это потому что он как бы куртка уже стирана, а замок новый. Можно его отпарить при помощи утюга. Ну, в принципе, он после первого одевания будет такой же, как и прежний. Но если не найдется точно такого же замка, то можно сделать такую же точно манипуляцию на второй половине. Ну, на этом все. С вами была Елена и канал «Женские секреты». Вот так дешево, сердито и быстро починили замок на куртке. Всем удачи и до новых встреч!